Добрый день. Если вы искали лечение по методу доктора Скачко, у вас это получилось. Я врач, фитотерапевт в седьмом поколении, Скачко Борис Глебович, автор десятков опубликованных книг по фитотерапии, здоровому образу жизни, правильному питанию. Доработал систему оздоровления, систему профилактики и лечения многих болезней, которая разрабатывалась у меня в семье, и сделал ее более простой, более исполнимой и доступной. Что вы можете получить, используя эту систему? Если вы чувствуете себя здоровым, то вы будете усиливать свое здоровье, будете сохранять его более длительное время, не прилагая к этому титанических усилий, как это рекомендуют многие методы по очищению, по оздоровлению. Если вы больны, если у вас есть различные хронические заболевания, я помогу вам их скомпенсировать. Если у вас, не дай бог, развились дистрофические процессы, атрофические процессы в органах, я помогу скомпенсировать ваш уровень здоровья на том уровне, который это, увы, сегодня возможен. Если вам нужны экстремальные системы лечения в виде хирургии, в виде химиотерапии, других экстремальных методов, я помогу пройти эти методы более плавно, с меньшими потерями для вашего здоровья, сохранив его на многие годы. Что дает моя система, от чего она отталкивается? Я обеспечиваю правильное питание клеткам. Сложно надеяться от машины хорошей работы, если вы не обеспечили ей правильное питание, не влили нужное топливо или бытовой техники, не дали нужные вольты и амперы. А если вы в своем организме длительно это не обеспечиваете, он, естественно, будет постепенно истощать свои резервы. А резервы имеет каждый, в Библии прописано, 700-800 лет люди раньше жили. Сегодня люди живут 70-80, это в лучшем случае. Почему так происходит? Потому что поставленный в эксклюзивные, в уникальные современные экологические условия организм, он быстрее начинает изнашиваться, раньше начинает болеть и, соответственно, быстрее умирает. Я помогу вам скомпенсировать ту экологию, которая есть, скомпенсировать те заболевания, которые у вас присутствуют, и вести вас на достаточно высоком уровне активности долгие годы. То есть активное долголетие – это не миф, это реальность. Если вам это необходимо, обращайтесь, контакты вы видите, я всегда готов вам помочь.